Открытому акционерному товариству «Гомельхімагро» належить значная роля у экономичном житті района. Тут занимаются перепроцовкой и перевозкой минеральных удобрений. Певная частка выручки накировывается на профилактику вытворчего травматизма. Под особливым контролем 33 працовные места – водителей, грузчиков, электрогазосварщиков. На предприемстве распрацована специальная программа, у якой отзначены основные накірунки поляпшения умов працы. В 2015 году у нас закончилась целевая программа по охране труда, на выполнение которой у нас было запланировано 778 миллионов, но за 5 лет мы выполнили 884 миллиона. Это и приобретение, сюда входит средств индивидуальной защиты, спецодежды, это и молоко, это и вот бутилированная вода, здесь медосмотры. Статистика свідчить, что ситуация с вытворчим травматизмом на территории в области поляпшается. Однако несчастные выпадки покуль фиксуются. За 3 месяца года тяжкие травмы отримали 18 человек. 3 выпадки со смяротным заходом. 2 из них обумовлены станом здоровья работников и тому не квалификуются как вытворчие. А вот один из працующих загинул по причине знаходжения на рабочем месте у стане алкогольного опьянения. Несмотря вот на то, что у нас есть один работник в состоянии алкогольного опьянения, конечно же, на предприятиях и организациях Гомельской области проводится большая работа. В части на сегодняшний день везде есть нормативные локальные документы, в которых прописана организация предсменного свидетельствования работника на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Во всех организациях практически имеются алкотесты, соответствующие приборы. То есть мы будем считать, что вот этот случай этого года, он единичный. Больше у нас таких случаев не повторится. Коли вызначать основные причины, что приводит до вытворчего травматизма, то у 70% выпадка установлена вина службовых особ. До прикладу, техничная несправность обсталявания альбо допуск до працы работника без профессийной подрихтовки. Однако, кожному треба памятать и об уласной отказности за свое здоровье. Немало здоровья отбывается по причине бестурботности альбо неуважливости. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».